Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Hill Climb Racing. Это у нас вторая часть, и забираем за пятый день наши награды. Это 10 тысяч монет и 5 кристаллов. Отлично. У нас бесплатные сундуки, пожалуй-ка мы будем их вскрывать. Так, тут деньги, магнит, ускоритель фляг, форсаж. Шикарно, едем дальше. Из этого сундучка нам выпадает с тобой 1000 монет, зимние шины, ускоритель дым. Так, это еще не конец, продолжаем. Так, в этом сундучке у нас 1250 монет, тяжеловоз и ускоритель дым. Еще сундук. Тут у нас 1000 монет, защитная и ускоритель фляг. Все, бесплатные сундучки закончились. Так, ну что, почитал я ваши комментарии, друзья мои. Вы написали, что у нас, точнее у меня в клане слишком завышены параметры. Сейчас попробуем снизить. Так, еще 4750 монет в плюсе. Так, давай-ка мы, наверное, с тобой... Да смотри, еще можно открыть, а? Чем порадует? 2250... Ох, ребят, смотрите! Физиономия поросенок выпала нам. Так, ну что, давай, наверное, ладно. Пускай это у нас будет через 6 часов открываться. Значит, где у нас... Так. Вступил в команду. Привет. Как изменить, друзья мои? Вы сказали, что 4... Так, править команду, да? 4000 это много, да? 2500. 2500 я оставляю. Все, ребят. Пускай будет так. Я лидер. Твою налево. Роберт Шовгр. У него 760 тысяч. Так, он же поздоровался, да, друзья мои? Он поздоровался. Так, надо тоже с ним поздороваться. Короче, вот так вот. Тоже поприветствуем. Ну что, а мы с тобой отправляемся, естественно, вот сюда, ребята. Дорога к легенде у нас идет, продолжается. Кубок Штормрайдера. Ух. Ничего себе такое название. Так, а мы можем с тобой прокачать наш... Можем. Так, давай-ка я, наверное, вот здесь вот... Опа, повышение сделаю и, пожалуй, турбо. Все, все деньги пока будем с тобой в раллийное авто скидывать. Так, кстати, где у нас этот, как тебе объяснить-то? Прокачать физиономию-то, вот, вид, вид, конечно же, вид. И мы с тобой уберем. Нифига, у нас тут корона должна быть, но ее нету. Это полный сет, собираешь, тогда все будет у тебя нормуль. Так, по поводу... Слушай, тогда шлем надо снимать. Нормально. Свин на дороге. Осторожно. Так, я поехал. Слушай, нифига себе, трасса какая-то, посмотри. Так, кто-то меня там, ребята, хочет... Тихо. Ломает, тут уже... Хорош, 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 хорош. Ребят, трасса для меня новая, неизведанная, поэтому... Сам понимаешь, да? Могу здесь немножко подтупливать. Фига себе, тут еще и ветер. Но я первое место взял. Ветер дует и меня, короче, сносит. Смотри, там наскальная живопись. Первобытная. Так, ну что, первым я приехал. Давай-ка. Хорошо, я стартанул. Юху! Стартанул-то я хорошо, друзья мои. Но у меня почему-то... Не надо! Не ломайся, пожалуйста, я тебя умоляю, не ломайся. Это что, был потолок? Это, друзья мои, был потолок. Да что это за... Трасса-то такая, я не пойму, ребят. Так, здесь надо аккуратнее, потому что я видел, что там тоже пещера. Вот она. Аккуратнейшим образом. Давай, 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 давай. Заезжай, 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 заезжай. Заезжай, говорю, все, отлично. Не ломайся только голову, пожалуйста, умоляю. Быки какие-то тут. Фух. Сложная трасса, на самом деле, друзья.
Че этот ветер? Так, ну пока, как ты видишь, я первый. Ну это пока. Дальше посмотрим, что у нас тут будет. Ух! Ветер куда-то вверх. Угу. Так, тут надо быть аккуратным, потому что потолок, опять же, разбиться можно об этот потолок. И как бы неохота мне врезаться. Тут еще гейзеры какие-то, прикинь. Так. Они замедляют, гейзеры нам, наоборот, вредят. Я думал, они будут нас подкидывать, конечно. Давай, 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 свин Хрякович. Ух, да нет, нет, нет. Прикинь. Я перед финишем просто перевернулся. Мне повезло, друзья. И я первое место занимаю. Отлично. Сложная трасса, но прикольная, если честно. Так, из этого сундучка нам достаются 2000 монет, тяжеловоз и амортизаторы. Ну что, поехали дальше. Кубок пустыни, это кто такой? А, это Грифон, типа, да, на нас смотрит. Типа Грифон. Поехали, ну мне маска нравится наша. Такой свин. А может быть это не маска? Юху! Это мы с тобой где? Пустыня, пустыня, точно. Ну, пустыня-то мы с тобой... Тихо! Тихонько, здесь, оказывается, у нас в пустыне тоже есть вот такие вот приколы, которые меня не устраивают. Всех перехитрил, всех обогнал и первым, прикинь, даже не разбился. Это называется японский фляг из первой части игры. Ну что, я готов. Я готов, друзья мои. Йо-хоу! Надеюсь, никаких пещер больше не будет. Не хочу пещер. Хочу вот так вот просто ехать, наслаждаться. Опа. Еще и кактусы там оказываются впереди. Вот, мы их сбиваем с тобой. А они нас замедляют, кстати, я тебе хочу сказать. Ну, тут вообще как детишек сделал. С полтыка. И последний у нас заезд. Хороший старт, хороший парень. Опа. Замечательно, тихо. Это кто там? Это что за фокусники тут, а? Скажи-ка мне на милость. Да что ты, машинка моя родная. Ну зачем ты так? Давай, 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 родной. Мы даже с тобой взять первое место обязаны. Есть. Еще такой встал на дыбы. Ну все, друзья мои, 9 очков как с куста. На первом месте. Еще один сундук, кстати, который мы можем, по-моему, прямо сейчас открыть. А нет, 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 вру. Фух. 43 тысячи, а у нас пока 42 443. Первый снег. О, снежок, это как раз по мою душу, ребята. По мои колесики. Потому что мы любим снег. У нас колеса именно для снежных трасс. Но мне бы не хотелось, конечно. Ух. Я понял, в чем большая проблема в моей машине, ребят. Ты не поверишь. Но это именно в приземлении, именно в рессорах, потому что... Да ты посмотри, что они творят. Смотри. Опа, ты видел? Мы с тобой очень долго раскачиваемся. По-моему, я тут первое место не возьму. Я третье. Третью позицию взял. Я когда приземляюсь на машину с большой высоты, у меня очень быстро теряется скорость. Очень быстро. Даже эта проблема не в колесах. Это именно... Именно вот в подвеске. Видишь? Что происходит? Да-да-да. Вот именно из-за этого, ребята, и проблема вся. Тут у нас нет с тобой никакого фляка, поэтому летать я не могу. И вот смотри. Ну тут ладно. Тут маленький пригорок был. Давай-давай-давай-давай. Рываемся. Есть. Они практически не отставали от меня, ехали по пятам. Это чудом еще, что трасса была более-менее ровная. И только из-за счет нее я смог здесь, как говорится, победить.
Да, вот эти вот прыжки, конечно, выбивают меня из колеи конкретно. Что я тут вытворяю? Тихо, Рэй, ты... Я не знаю, ты кем себя почувствовал-то, а? Просто, я не знаю, везунчик какой-то, ребят. Пролетел, как, я не знаю, как ветер в поле. Сквознячком. Фух. Да, первый снег, перекресток, отлично. Так, а вот это вот я могу открыть? Во. А здесь магнит, ускоритель дым и 2250 монет. Ну что, нам остается совсем немножко. Нагорный кубок. Совсем чутка. И мы с тобой откроем. Чем мы там откроем? Я не знаю, что мы там откроем. А какого лешего-то? Не понял. Теперь я понял, что здесь нужно. Но слишком поздно, я понял. Опа. Ну нифига тут трасса, друзья. Ты посмотри. Офигеть. Так, пока я еду вторым, потому что кто-то там меня. Какое? Я горючий успел подобрать. Все, чувачок разбился. Я манал, ребята. Ну и трасса. Ты сам видел, да? Это жесть какая-то. А чувак там на финише практически разбился. Вот ему обидно было, наверное, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Едем уже до последнего, фигли делать. Так, взяли горючее. Это самое главное. Так, пещеры. Пещера начинается, аккуратнее. Чего? Ак. Вон этот ухитрился, прикинь. И все равно разобьется, да? Ну-ка, нет, не разбился. Да, я на втором месте. Это, конечно, что-то с чем-то было. Испытание на скоростных спусках. На скоростных спусках. Я обожаю скоростные спуски, ребята. Вау. Давай, 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 давай. Газуй, подгазовывай, 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 я тебе говорю еще раз. Нормально, нормуль. Набираем скоростуху. И финиш. Замечательно, вот тебе и скоростные спуски. Отлично, а тут на мотоцикле. Вдвоем они тут на своих мотоциклах прилетели. Но разве им тягаться с моим дизельком, ребят? На. И это еще дизелек-то не прокачанный по фулке, ребята. Не прокач... Он прокачан, но не так тихо. Вот здесь надо аккуратненько. Слушай, мотоциклист, вали-ка ты. Нет. 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 Ну зачем? Там же вон уже был финиш, ребята. Это называется скоростной спуск с подколом. Ты понял, да? Почему с подколом? Потому что меня просто взяли и размазали об стенку. Ну, оу, так тут вообще быстро. Вот это я понимаю. Так, ну я первый, да, должен быть? Первый, да. 7 очков, правда, получил. И 2 судочка на открытие. Этот наш красненький основной. Так, защитный колесный ускоритель дым. И вот это за рекламу. Ну-ка, порадуй папочку. 2250 монет. Стартовые амортизаторы и зимние шины. Ну что, я так понимаю, еще заезд. Болотистый кубок. Денег не накопили мы с тобой тут, не? Нету пока. Ну что, супердизелек, давай покажем этим новобранцам, как надо по болоту шпарить. Как бы меня тут самого не накернили сейчас, как новобранца. Давай, 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 давай. Так, стоп, 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 стоп. Не разбиться тут, главное. Вот если бы у нас был... Да что? Да переворачивайся давай.
фиксим, главное, что не разобьемся. Так, и по ходу дела я еду последним, да? Все-таки меня все больше, знаешь, на что толкает? Чтобы взять не колеса, наверное, а вот этот вот, как он называется, в воздухе летишь, крылья вот эти вот. Потому что я уже заметил, без них тут практически делать нечего. Они везде присутствуют, практически на каждой трассе. Видишь, вот здесь вот они вон... Оу, и опять пещера, опять пещера. Да ну, да быть такого не может. Какой-то чепушил у нас обогнал, прикинь. Да вали ты. Второй. Блин, второй приехал. Так, пока мы с собой держим вторую позицию. Вроде неплохой старт взяли. Сейчас посмотрим, к чему это все приведет. Вот это к чему все привело. Твою налево. Ребят, вообще не вошел в этот. Все. Жесть. Откатываемся. Откатываемся. Блин. Это ж надо так было подколоть-то, а? Это просто меня подкололи. Причем неоднократно. Смотри, 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 как мы уделываем. Так, ладно. Перелетели. Чего, такая вот трасса вся ровненькая. Замечательная трасса, обожаю вот такие вот трассы, где ровнее. Вот, вот это я понимаю, ребят. Едешь в свое удовольствие. Не надо там дергаться лишний раз, переживать, где там врезаться или не врезаться. Главное стартануть удачно. И все равно передок опять заносит вот вперед, ребят. Видишь, приподнимается. Мне приходится вот его регулировать и, соответственно, сбрасывать скорость. Мне это не очень нравится. Давай, давай. Есть. Круто. Тюш, и на колесике. И на колесике мы с тобой встали. Че, последний? А, нет. Еще два заезда, прикинь. Оу. Ну тут, ну тут да. Я уже увидел, я вижу, что... Ребята, этаж этот, и все, и начинаю паниковать. Сбросил скорость, вместо того, чтобы набрать уже, как говорится, в тот раз, помнишь, тоже надо было залетать на второй этаж? А я сбросил скорость, и такая же точно ситуация была в позапрошлой серии. Один в один прям. Так, ладно, если мы придем первыми, я думаю, что мы, блин, и в зачете будем первыми. Я на это надеюсь. Да. Ну-ка посмотрим. А, у нас 9 очков. Это максимальное количество, которое здесь можно получить. Поэтому я на первом месте. Фух. Открыл? Да ладно, не открыл еще. Ну-ка, ся. 2250, крылья и стартовый. Так, ну я предлагаю еще, ребят, проехаться. Горный кубок, 3 этапа. А что у нас вообще там откроется дальше? Ага, вот это вот. Нужно бриллиант 2, чтобы разблокировать. А это наберите легенду. Наверное, тачка вообще суперская. Не знаю, дойдем проверим. А почему он попрошайничает? Непонятно. Ладно. Поехали. 3 этапа. Ой, и опять пещеры, блин. Ну тут особо сильно не разогнаться. Сам видишь. Я не буду здесь, ребята, делать какие-то там, я не знаю, выкрутасы. Я не хочу просто погибнуть, разбив голову об очередной потолок. Давай, 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 потихонечку, потихонечку. Ну и в то же время быстренько. Есть. Ну вот. Не зря говорится, тише едешь, дальше будешь.
Учись, студент. Опять? Блин, опять эти пещеры, ребят. Ну заезжай, ты что ты там начинаешь вот тупить-то? Он еще и ускорение влупляет мне, когда оно не нужно. Давай, 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 подгазовываем. Так, отлично, блин, опять пещеры. Опять, ребят, пещеры. Тихо, вот здесь не надо прыжков особо больших, огромных. Так, не спеша, и финиш. Фух. Замечательно. Просто великолепно. Ну что, еще одну гоночку. Так, мне кажется, здесь крутой спуск, а там, наверное, будет гора, да? Спуск с приколом, нет? Блин, нафиг я тогда сбрасывал скорость. Оу, а вот здесь, да. Жесть. И почему-то из всех возможных пострадал только я. Но, тем не менее, я первым. Первым. Ох ты. Есть, друзья, разблокируем с тобой. Слушай, это какая-то... А, это гоночный грузовик даже. Ха-ха. Где тут можно поменять камушки на деньги? Достижение вот такое получил я. Так, ну что? Давай еще одну заходочку тогда сделаем. Блин, а сколько стоит? 90 тысяч? И это 90. Сумасшедшая быстрая езда для ровных. Ага, здесь вы думали, что грузовики ползают медленно? Подумайте еще раз. Угу. Коробка передач. Джик. Так, ну что, погнали. Погнали. Так, что это у нас... Блин, я забыл почитать, ладно. Это у нас не с домиками ли? Ну что мне так... Да давай ты, Рэй, вырывайся, блин, вперед. Что ты там... Ну да, да, с домиками. А раз с домиками, значит, нужно быть аккуратнее. А вот и финиш. Оп. Так, пламенько сделал. Я удивляюсь, что еще кто-то на автобусе, ребят, гоняет. Мало того, что гоняет, еще как гоняет. Просто превосходно гоняет. Да, вот это вот приземление. Вот лишний раз убеждаюсь. Именно когда с большой высоты приземляется, он сразу теряет скорость. С маленькой это как-то не особо сказывается. Опа. И что, зачем ты так? Ха, не разбился даже. Все? Так быстро? Нифига у него там, что это у тебя за каска-то такая? Костюм космонавта, а на башке непонятно что. Можно было бы, конечно, добраться вот до сюда, но я думаю, что это мы с тобой оставим уже на следующую серию. Сколько тут нужно проехать? 65 километров, да? Вот оно как. А события какие-нибудь есть у нас? Новые события. Это что за событие такое? Ну-ка, давай-ка глянем. Что это у нас за событие такое? Вот сюда бы крылья, наверное, взять, да? Слушай, а что такое? Такое быстрое? А, все уже. Или я могу в гараж зайти? Так, смотри внимательно. Если мы с тобой в гараж заходим, я беру... Так, ускоритель мощности для колес. Может быть, взять крылья все-таки? А, на идеальном старте. Так, силовый ускоритель при малом количестве топлива. Взять и поставить, как думаешь, а? Будет, наверное, круто. А это что у нас? Ускорить мощности после успешных переворотов. Но это мне не нужно. Не знаю, давай попробуем. Давай попробуем вот так вот. Поехали. Так, а у меня что, время? Все время это шло? Thank you.
Прикинь, все это время, пока я там с этими разбирался, у меня шло время. Молодец, в гараж называется, сходил. Лучше бы я не трогал бы там ничего. Кто-то прямо же залетает туда с такой, блин, скоростью. Я не знаю, ребята, на каком я месте-то? На 10-м. А, все, сеанс закончен. Да. На какой-то вшивый баги, да, победил. Так, забираем с собой 1000 монет. Дай-ка я все-таки... Ну, раллийные авто, я думаю, нет смысла брать, скорее всего, здесь, да? Крылья эти как-то... От них толку мало. Вот так вот. Ну что, давай еще разочек попробуем. Вступить. Гонка. А что это такое там? А, так тут уже... Куда я лечу-то? Куда ты? В плане не финишировал. Я вообще непонятно куда улетел, блин. Не финишировал, говорит, блин. Прикинь? Вы издеваетесь, что ли, давно? Я не врубился. Я куда вообще улетел? Я так и не понял, если честно. Вот что, вот где тут? Я вообще, ребят, не пойму, куда надо ехать. Друзья, что хотите делать, я не понимаю прикола вот этой гонки. Я улетаю вообще в дребоданище куда-то. Понимаешь, просто вот улетаю. Вон, я вижу, там какой-то чувак летит. Но я не могу понять. Ну, закончено. А он улетел. Он улетел куда-то в трубу. Так, 16 секунд у нас. Вот, смотри, видишь? Вот. Вот ветер, ветер опять вот этот вот. Чувак туда куда-то вообще. Стэтхэм улетел. Закончено. Ну, итого я получаю. Друзья мои, в первый раз в жизни в этой игре я получаю 2-е место. Вообще рад тому, что я зашел в 3-ку игроков. Это, конечно, круто. Это мне льстит. Так, 2500, крылья и стартовый. Нормально. Фух. Ну что, дорогие друзья, на этом, пожалуй, я буду закругляться. Заканчивать сегодняшнюю серию. Всем большое спасибо за просмотр и вступайте ко мне в команду. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.